друзья, я вам сейчас хочу рассказать о очень удобном способе покупки айфона. Это подарок для моего брата, попросили купить. И чтобы вам не стоять в очереди, особенно если только новая модель вышла, то есть очередь и надо ждать, вы можете онлайн купить телефон. И если вы хотите его забрать самостоятельно, вы просто указываете Apple Store, который ближайший к вам, к вашему дому или к работе. Вот этот находится в World Trade Center, это рядышком совсем от нашего офиса, буквально 5 минут. Мы написали этот адрес вчера вечером, что мы его лично заберем. И я пришел, без очереди подходишь, и моментально тебе отдают телефон. Единственное, что надо показать обязательно ID, водительское удостоверение, либо твой паспорт. И получаешь телефон, расписываешься электронно, резит тебе приходит на чек, приходит накладная по-русски, да? Приходит тебе на e-mail. Очень удобно и не нужно стоять в этих очередях. И если кто не знает, что Apple Store есть вот здесь в World Trade Center, то приходите, здесь на самом деле не так много людей, в отличие от 5-й авеню и 14-й авеню, куда народ массово едет. Вот здесь можно посмотреть сейчас, Лера покажет вам, как выглядит. Вот центр после теракта, его восстанавливали очень долго, и вот это место, откуда можно уехать на метро, и здесь сделали шоппинг-молл, и вот как раз Apple Store один из магазинов, который тут находится. Так что экономьте время, это очень важно.